Мечта стать президентом России в Уральском федеральном легко становится реальностью. Школа-академия власти – уникальный проект Института госуправления и предпринимательства, призван помочь школьникам 10 и 11 классов стать на шаг ближе к государственной службе. Каждый год по результатам собеседования и написания эссе школа набирает будущих управленцев, знакомит с системой госуправления и готовит к поступлению в университет. Академия власти направлена на людей, которые хотят в будущем работать в госструктуре, которые хотят делать что-то на благо общества. И нас знакомят с понятием власти и вообще помогают сориентироваться. Я познакомилась с интересными людьми, много чего для себя интересного узнала именно о самой власти. Для меня многие понятия стали яснее, и я поняла, что действительно хочу работать в госуправлении. Сделать правильный выбор в профессии по направлению госуправления учащимся помогают деловые игры, тренинги, лекции преподавателей института. Однако ребята не только могут примерить на себя роль студента, но и окунуться в рабочую атмосферу представителей структур власти. Подробнее о содержании и тонкостях профессии ребятам рассказал глава Екатеринбурга и председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман. На встрече со школьниками мэр был открыт к диалогу. Задать интересующий вопрос главе Екатеринбурга мог каждый желающий ученик и преподаватель Академии власти. Выездные занятия и экскурсии – еще одна особенность программы проекта. Будущим абитуриентам удалось побывать в резиденции губернатора Екатеринбургской области. Под руководством экскурсовода школьники познакомились с историей и архитектурой памятника XIX века. Посетили каждый уголок резиденции. Интерьер просторных комнат, живописные картины, иконы, должностные знаки – все это открылось взору юных гостей. Экскурсия по роскошным апартаментам не оставила ребят равнодушными. Мне очень понравилось. Это первое, наверное, это моя первая оценка. Можно даже сказать, что такой красоты я нигде не видел, наверное, кроме как в Петербурге. Можно сказать, что резиденция губернатора и бывший дом Севастьянова – это Петергоф номер 2. Потому что здесь действительно очень красиво. Ну и здание, сама атмосфера здесь видно рабочая, жизнь кипит. Видно, где жил президент, как работает губернатор. Жалко, что мы его не встретили. Желание увидеть губернатора, а возможно и стать его преемником, окрыляет и мотивирует будущих госслужащих. Школа-академия власти им в этом опора. По окончании школы ребята получают сертификат, а лучшие выпускники – внутриинститутскую стипендию на обучение в УРФУ. А впереди – просторы любимой профессии. Академия власти – это школа. И ее нужно пройти каждому, кто хочет поступить на государственное и муниципальное управление.